Святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл отмечает свое 70-летие. Праздничные мероприятия по этому поводу состоялись в Москве. На торжественном вечере присутствовали руководители государства, гости из других стран, представители Русской Православной Церкви, общественные деятели. В числе приглашенных был и глава республики Михаил Игнатьев. Патриарха с юбилеем поздравил президент России Владимир Путин, вручил ему орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Юбилейный вечер с концертной программой прошел в зале церковных соборов Московского храма Христа Спасителя. Для миллионов людей во всем мире вы олицетворяете высокий авторитет Русской Православной Церкви, являетесь преданным продолжателем ее традиций, выдающихся деяний ее подвижников, которые внесли неоценимый вклад в утверждение христианских ценностей, сыграли огромную роль становление и развитие государства российского. Русская Православная Церковь – это великий проповедник любви к Отечеству, его мощная нравственная защитница. Она всегда отстаивала принципы добра, правды, верности нашей стране. Русская Православная Церковь наряду с нашими традиционными конфессиями – главная духовная опора нашего народа и нашей государственности. Михаил Игнатьев выразил слова признательности святейшему патриарху Кириллу за постоянное внимание к республике. Представитель Русской Православной Церкви, в свою очередь, поблагодарил Михаила Игнатьева за труды на благо родной земли. Напомним, патриарх побывал в нашей республике в августе 2015 года. Святейший патриарх Кирилл принял участие в богослужении в Покровско-Татьянинском соборе в Чебоксарах и в храме святого Владимира в Новочебоксарске, а также заложил камень в основании храма в честь преподобного Сергия Радонежского.